Питер, чувствую, стены-то засрут. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об одном дополнении, которое вышло 7 октября 2016 года, и, возможно, его ждали большинство людей, которые когда-то играли в CS 1.6 и Counter-Strike Source. Теперь каждый игрок может почувствовать себя в роли маляра, поскольку добавили граффити. Теперь можно поганить стены хоть где, и вам за это ничего не будет. И для того, чтобы оставить граффити, достаточно подойти к стене, зажать клавишу Т и нажать левую кнопку мыши. Но для того, чтобы нарисовать граффити повторно, следует немного подождать. Также можно оставить граффити на земле, поиздевавшись над вашими противниками, ну или тиммейтами. И я никого не удивлю тем, что граффити тоже платные. Либо вы покупаете бокс, либо вы просто покупаете граффити. Но цена, естественно, с самого начала на них очень высокая. И чтобы никого не обидеть, в CS GO каждому игроку добавили один рисунок. Ну, причем рандомно. Так что если вы действительно хотите любоваться своим шедевром на стене, стоит немножко раскошелиться. Ну или скачать пиратку. Гг. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, оценивайте видео и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!